Достойный рыцарь Карл-Хайнц Отто Готлиб Мюллер Людвиг Майер Цубербюллер фон Оздея Цуршенау носил пересеченно-поперечно-равнодольно-переменно темно-красный аркосине бело-желтый герб. И сочетание цветов прекрасной дамы Аделины Эмме Марты Лихтенгальтер Визендорфер фон Берштейнер Ункершвассер Химмельблау, и был он по рождению полунемец, полурусский, полутурок, полусерб. Не мог понять наш Карл-Хайнц Отто Готлиб Мюллер Людвиг Майер Цубербюллер фон Оздея Цуршенау, нося цвета прекрасной дамы Аделины Эмме Марты Лихтенгальтер Визендорфер фон Берштейнер Ункершвассер Химмельблау, как умещаются в пересеченно-поперечно-равнодольно-переменно темно-красно-ярко-сине-белом-желтом поле гербах, что он носил от века, 4,5 человека.